Владелец, губернатор тоже владелец карты, мы выбираем лучше пока. Объяснить сейчас сказать не могу, потому что нет. Место пока не нужно. Нет, место я сказал, что это может быть. В смысле слова центр, да? А удобный для достать. Потому что мы разместим его в Демицком заводском районе, то Кленинскую везти полтора часа и наоборот. То есть мы должны даже не только центр, а сколько будет трасса у нас есть. Трасса логистическая, правильно, а логистически удобное место, которое по нашим айтингам показываем. Как бы сказать, если это как бы приживется, пойдет у нас и пойдет на пользу нашего населения, то мы, конечно, это сделаем и в Балашове, и в Балашове, и в Петровске, как бы, это будет занято, но пока так. А сколько примерно туда можно вместить человека? Мы делаем всего на 20 коек. Это определение, это не лечение. Мы лечим, мы не продолжаем лечить их. Если пациент попадает в патологии, в алкогольном опьянении, но имеет давление, температура, но не дай бог, ранение, это наше. Медицинский мазер никогда не отказывается. Мы говорим про пьяного, или находясь в состоянии интоксикации человека, не требующий профессиональной медицинской помощи, а требующий такое слово выздоровления. То есть время и контроль. Но здесь будет работать страна и медицинские работники. И самое главное, что мы хотим, чтобы это рядом находилось какое-то крупное из лечебных учреждений, где необходимо срочно провести медицинскую консультацию, мы это сделаем. Потому что сами мы предыдущие всех специалистов, ну, держать. Вы, как бюджетоплательщики, не сумеете рассчитать. Родители должны находиться при современных требованиях, при современных, которые разработаны в методиках и медицинских, и методиках по их подрегулению. И с учетом того, что мы умеем это уже сделать, мы получаем сейчас бегать в городе, мэр города помогает сейчас, мы ищем участок. И мы построим здесь территории, модульные, выводимые. Подрезвитель современный, тем более опыт такой у нас есть, если вы посмотрите по Балашову, то должны открывать. В Балашове мы построили очень хорошие модульные конструкции, вообще на Балашове 300-400-метровые дело, сейчас будем вводить в эксплуатацию. И вот здесь вот картиночки, да, есть, которые они очень похожи на наши, это современные палаты, здесь пребывание, охрана, соответственно, защита персонала. Все будет учтено в новом здании. Потому что специально ремонтных полотенных зданий обойдется не дешевле, чем строительство нового, но не часто. Тут даже мы выделили место, чтобы какое-то население не страдало, для себя, чтобы влияющих территорий, чтобы можно было машину выдруковать, чтобы можно было идти и дальше показать. Как персонал, так и непосредственно пациенту. Я вот так и говорю, что у нас. Пациент украинский, который нас отвечает за